Меня зовут Андрей Тренков, более известен как Озон 671 Games. Я был на виртуалите, меня позвали как эксперта игрового. Как эксперта я ведь делаю обзоры. Я с 2006 года делаю обзоры, у меня есть канал Озон 671 Games, заходи, подписывайся. И я не обсираю игры. Я не обсираю игры, блять. Я не Мэдисон. Мэдисон. Я, блядь, обзор еще делал с 2006 года, нахуй. Когда еще никого, блядь, не было. Никого. Озон, нахуй. Ты в армии служил? Сука, блядь. Чурка, блядь. О, Господи, прости меня, блядь. Но я, блядь, делаю в поте лица каждый день, блядь, по обзору. Я люблю игры, я не засираю игры, это важно, я не засираю игры. Я люблю игры. Я обзоры делаю, качественные обзоры, видеоигровые, блядь. Я делаю игровой контент. Я очень люблю серию игр GTA. GTA вообще заебательская игра, самая нахуй лучшая в мире. И, блядь, я бы, будь моя воля, сделал бы нахуй Call of GTA, блядь. Call of GTA, нахуй. Подписывайся на канал, сука, не то уебу, блядь. Сука. Озон! Андрей, ты задержал квартплату, на 2 месяца платить будешь вообще, нет? Бля, начальник, извиняю, у Озона совсем дела плохо идут. Могу рекламу отдать на канале? Озон 671 Games. Нет. 14 тысяч подписчиков, все увидят, все! Мне твоя реклама нахрен нужна, Андрей. Если, блядь, через день не заплатишь, съебаешь нахуй отсюда с вещами, ты понял? Понял. До свидания. До свидания. Чурка, блядь. Озон! Тварь, в армии не служил, блядь. Чурка, блядь. Озон, блядь. Озон, чурка, блядь. Денег нету. Ну сказал, блядь, рекламу сделаю. Рекорд по количеству зрителей на Твиче установили кемеровские ребята из коллектива «Немагия» во время боя с Сергеем Симоновым. Блогерские бои становятся все популярнее. Инициативу уже подхватили такие крупные каналы, как «Рака Макафо», «Джобователи», «К2Шоу», «Афоня ТВ», «Редисон» и многие Грандоны, другие. Блядь, Выяснение отношений с помощью физического насилия теперь стало не только допустимым, но еще и модным, блядь, и популярным. А теперь к новостям про Украину. Озон предлагал так выяснять отношения еще 5 лет назад! 5 лет назад! Сука, блядь! Да они охуели! Я Озон, нахуй! Озон, блядь! 671 Games, блядь, тварь, блядь. Тварь, я убью их, нахуй, блядь! Убью! Сучья, блядь! Алло, блядь! Гамас, нахуй! Я вызываю тебя на... Что? Когда? Ёб твою мать, мои соболезнования вам, простите, пожалуйста. До свидания. До свидания, нахуй. Ваня! Ваня! Сука, блядь! Сука, блядь! Господи, прости. О, бля, Ваня, такой... Алло, это кто? Озон 671 Games, нахуй, слыхал о таком? Озон? А кто тебе дал мой номер? Слышь, блядь, неважно. Ты ответишь за неуважение к Озону, сука, блядь. Что? Неуважение? Серьезно? Мы не общались несколько месяцев, а потом ты меня забанил. Да? Да! Какое тут неуважение? Я так и не понял, за что ты меня заблокировал. Короче, все это хуйня, блядь. Ты меня оскорбил, и я тебя вызываю на бой. На ринге, через неделю, блядь. Будешь отвечать за свои слова. Запомни, Озон, нахуй.
Что? Какой бой? Алло, Андрей, алло! Какой бой, Андрей? Алло! Сука, чурка, блядь. Чурка, блядь. Чурка, блядь. Чурка, блядь. Чурка, блядь. Зон, да, да, зон. А зон 677 геймс, нахуй, я обзор, блядь, делаю. Да, здравствуйте, это опять Игорь Линк. Я по поводу афиш. Я же уже сказал, хватит их развешивать. Я не буду драться с Озоном. Он сумасшедший! Что значит в любом случае придется? Он знает мой адрес? Блядь, 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 блядь! Знаешь, блядь, уважаешь Озона, блядь? Озон, нахуй! Озон, блядь! Еще пиздил блогеров, когда этих блогеров, блядь, не было! Озон, нахуй! Я, блядь, покажу. Я, блядь, я, блядь, его. Я его покажу. Сука, блядь. Озон, блядь. Озон, блядь. Озон, блядь. Озон, блядь. Сегодня мы комментируем бой Озона 671 Games, Михаил Андреевич и некого Игоря Линка. Да откомментируем. На, только одень это тебе пригодится. Я во время боя эмоционален. Так что одевай это, пожалуйста, дружище. О, Озон вышел. Спукотища какая. Ура! Давай. Ура! Давай, Озон! Давай! Так, дамы и господа, у нас Озон уже на ринге. Сейчас начнется первый раунд. Игорь Линк у нас в красных перчатках. Ой, надеюсь, этому дотеву пиздюлей не дают. Итак, объявляется первый раунд. Какие ваши... предсказания на данный бой? Подождите, я буду очко расставлять сейчас. Бойцы, поприветствуйте друг друга. Здорово. Сука, чурка. Ой, что ты меня запалил? О, скукотища какая. О, дотер нападает. О, ну чё это, а? Какой удар! Этот задротер, ёлки-палки! Давай! Давай! Давай!
первый раунд, первый раз закончится, в котором нам было скучно. Слава богу, нам было скучно. Нам было скучно в первом раунде. Ну шутка ли, два каких-то ноунейма машут клешнями своими. Бой! Давай, давай! Ну такой дебил! Этого задротера побить не может! Я бы этому дотеру на раз бы все бы хлебало бы разнес! Озон, убей тварь! Убей этого дотера! Мне никогда не нравился этот хуев флинг! Что он... Вот, давай! Левый! Правый! Озон, вперед! Телефон упал у меня. Нет. Озон! Хорош! Озон! Третий раунд. Дайте водички-то, блядь. Или пиво. Пиво, блядь. Давай, Озон! Наваляй ему! Вот он нападает на пидора, на кого? Пидора, Линка! Пидор! Мочи, пидорас! Молодец, Озон! Убивай, Линка! Пидора забил! Все, брейк! Дай его! Сука! Озон, нахуй! Кто, блядь, мой? Озон! Сука, Озон, молодец! Сука, Озон, ты 7-1, блядь, а? Блять, я все разбил аппарат, нахуй. Ну слушайте, здесь потенциал налицо у Озона. Он может так дать людей даже Сергею Симонову. Блять, я разбил аппарат, сука. Сука, я из-за этого блинка аппарат разбил. Техническая победа Озона! Все, Симченкис. Эй, Озон! Что, ты можешь драться только с теми, кто слабее себя? Найди себе противника ровню, или он сам найдет себя! Я вызываю тебя, Озон, на бой! Через месяц! На этом самом месте! Да хоть сейчас! Питер Лосник, легко! Черников! 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 Ждем следующего боя, Михаил! Озон, блядь, не хватило гребать пизды, блядь. Первый обзор, 2006 год, блядь. Да, Озон, да. Здорово, братан. Видел, как ты дрался. Красава, мужчина. Спасибо, коротышка. Я Озон 670 Games, нахуй. Первый обзорчик на Руси. На самом деле ты дрался, как тёлка. Этот цыган чуть не отмудохал тебя, а? Чё за говно, блядь? Ты что, охуел? Блядь? Эй, подожди, успокойся. Я могу научить тебя тренироваться. Будешь биться лучше всех видеоблогеров, я тебе мамой клянусь. Как меня карлик научит драться, блядь? Ты «Звездные войны», что ли, не смотрел? Смотрел, хуйня ебаная, блядь. Вот GTA — это великая игра, величайший сюжет, блядь. Ну ладно, можешь меня тренировать, да. Так уж и быть. Сука. Чтобы царем и несущим просвещение, на сладный рок скорый обрек, на страдания и забвенье. А теперь твой час пришел, мир перед тобой. Он падет к твоим ногам, рви скорее в бой. Ты силен, Озон, ты лишь для победы был рожден. Ты силен, Озон, ты лишь для победы был рожден. Возвратишь себе ты имя. Стойким будь, держи удар. Это путь на трон. Покажи своим врагам, кто такой Озон. Ты силен, Озон. Ты лишь для победы был рожден. Ты силен, Озон. Ты лишь для победы был рожден.
убийца, нахуй, машина, ты просто уничтожь, давай, давай, просто давай, прямой ему нахуй, хук слева, хуй бей, хуй. Так, Михаил, я за Озона болею во втором раунде. В первом раунде он этому Линку просто за щеку надавал. Во втором раунде Черникову надает этому гитаристу стучку. Я болею за Озона. Успокойся, успокойся, за Озона ты болеешь, понял? За Озона болеешь. Озон, Озон нападает. Озон 6-7-1. Озон, давай, красавчик. Давай, 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 давай. Что-то Озон ваш получил, по-моему, даже синяк, наверное, был. Хач, Хач его плохо тренировал это. Давай, давай, чему я тебя учил? Давай, давай. Да, не подведу тебя. По яйцам его в хуй бей, в хуй. Давай, братан, бей. Бей его. Да что ты, Озон, вставай, братишка. Озон, сука, это Озон 671. Озон 671, давай. Мне кажется, Озон отплатит Озон в этом раунде. Метелит его. Давай, 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 давай. Берись, как мужик, долбоёб, блядь. Да, возьми, возьми, братан, эй, стой. Короче, просто бей в хуй. Все, это правило золотое, давай. Давай. Спасибо, тренер. Давай, давай, братан, я в тебя верю. Объявляется второй раунд. Он повернулся спиной к противнику. Он ползет на карачках. Он выдержал этот второй раунд. Озон, давай, братан. Давай, Озон. Чего? Давай, чего? Давай, 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 чего? Озон, давай. Чего? О, пивасик. Говорят, он всегда помогает Озону во всех раундах. Короче, просто у нас еще есть время. Вспомни про реверсивный панч Симонова. Давай, вставай и иди. Я верю в тебя. Давай, братан. Давай, давай, Озон. Внутрь, снаружи. Озон взбодрился. Озон, Озон, давай. Я за тебя как за сына переживаю. Озон. Третий раунд. Я вспотел, я болею за тебя, братишка. Озон, давай. Давай, Озон, давай, давай, давай. Ну, итак, уклоняйся, Озон. Ну-ка, давай. Озон, Озон, давай, Озон, ну. Нихуя панч Симонова, реверсивный панч Симонова, ты видел, я знал, что все это будет вот так вот, он ему по соплям дал, вот так вот по соплям, он его убил, падлу, я тебе на той. Реверсивный хук Симонова работает. Объявляется победа Озона. Молодец, Грозава, моя школа, понял нахуй? Хованский, блядь, Хабенский нахуй. Сука, ты следующий, блядь, заответишь, а? Неуважение к Озону, блядь! Через неделю здесь, блядь! Озон! 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 Да здорово ты оторвался на этом постере, Андрюха, но мне больше интересно, где ты его сорвал? На Ярослава Гашика. На Гашике висят эти постеры? Они что, блядь, ебанулись? Они что, блядь, думают, что я буду драться с Озоном? Это что, какой-то троллинг? Хованский, блядь, Хабенский, нахуй. Сука, ты следующий, блядь, заответишься. Неуважение к Озону, блядь, через неделю здесь, блядь. Озон! О каком неуважении он говорит? Я один раз не прочитал его сообщение, где он требовал записать с ним летсплей. Один раз! И он меня забанил. Так а что не прочитал-то? Серьезно? Почему я не прочитал это сообщение? Да потому что он, блядь, Озон! Кому вообще нахуй нужен Озон? Кто помнит Озона? В общем,
Я не буду драться. Чувак, ты должен драться. Драться? С Азоном 671 Games? Ты серьезно? Так, ты теперь гангстер, и тебе нельзя быть сукуном. Слушай, а знаешь, ты прав. Ты прав. Я же теперь гангстер. Будем решать вопросы по-гангстерски. А, здравствуйте, детишки! Собака красивая. Ай, спасибо! Азона, отказаться от боя. Ты меня понял? Понял меня? Я тебя понял. А вот чего ты не понял, так это то, что у Азона великая сила и большой потенциал. И если для того, чтобы раскрыть его, нужна моя жизнь, забирай. Ах ты сука! Школьник, сука! Азон, знаешь? Да, блядь! Узнал, блядь! Азон, что сегодня у тебя есть денег, нахуй! Ну давай, возьми трубку. Азон, блядь. Вертуха, блядь! Блядь! Азон, блядь! Мужик, возьми трубку. Азон, нахуй! Азон, блядь! Азон! Алло, блядь! Азон, нахуй! Андрей! Тренер? Что у вас с голосом? Что случилось, тренер? Ебать, Азон сейчас приедет! Слушай меня внимательно. Ты должен идти до конца, что бы тебе это ни стоило. За меня не переживай. Я прожил долгую и счастливую жизнь. А ты, Азон 671 Games. Ты надежда русского видеоблогинга. Я в тебя верю. Всегда верил и буду. Алло! Алло! Тренер! 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 Тренер, нахуй! Тренер! 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 Как его там звали, нахуй? Коротышка, Азон тебя любил, нахуй, блядь. Да, ты много пил, много курил, и, скорее всего, бы ты все равно умер в ближайшее время. Но, блядь, Азон, нахуй. Азон, блядь, я обожал, блядь, коротышка. Ты очень рано умер. Ты когда первый раз меня увидел, ты мне сказал, Азон, Азон, я в тебя верю, нахуй. Ты был моим главным другом. Ты был моим единственным. Азон. Азон 671 Games? Я нахуй! Мои соболезнования. Старший следователь Власов. Здрасте. У погибшего не было ни родственников, ни друзей. Все, чем он занимался, это ходил по улице и приставал к прохожим. Предлагал им тренировать их по боксу. Его не очень-то и любили. Но кто? Кто мог желать ему смерти? На месте преступления мы нашли орудие убийства. Нашли орудие убийства, найдем и убийцу. Мы найдем их, Азон. Мы их поймаем. Мы их поймаем. А можно мне селфи? Я с 2006 года смотрю вас. Блядь, конечно. Оп.
вернись, с колен поднимись. Утраты, боль не длиною в жизни. В этой игре твой наставник пал, но ты эксперт и игры никогда не обсирал. Ты так давно вышел на поле боя, был на дворе 2006-й. И вновь узнает каждый чурка, каждый гандон, кто такой Озон. Ведь пробил час, и ты дойдешь до конца, в очках и широко шагая. Вся твоя жизнь — великая игра, великая, как GTA. GTA. Узнают все, что непобедим, Озон 671. И выходя на ринг, ты полон сил, ведь даже в армии служил. Ведь пробил час, и ты дойдешь до конца, в очках и широко шагая. Вся твоя жизнь — великая игра, великая, как GTA. GTA. Финальный бой. Озон 671 Games против Хованского. Спокойно, спокойно. Вот сегодня за Юрку болеем. Юрка нормально нам отбашлял. Ну, какие отбашлял? Что вы говорите, Михаил? У нас сегодня самый неподкупный матч. Фу, я извиняюсь, бой за всю историю боев. Сегодня, я думаю, Юрий победит. Хейтеры, суки, школьники, блядь. Школьники, ёбан. Отстой. Уебу вас. Уебу, блядь. Суки, блядь. Озон! Юрий победит, да, сегодня? Конечно. Озон лох просто, я чувствую. Уходи в армию, не служи. Как, а? Хоть и курдюк, а как может напугать противника? Но в курдюке ты как и верблюде, то есть сила сосредоточена. Он может многие часы стоять на... Является первый раунд. Победа сегодня будет за Юрием, я чувствую. Конечно, приветствуйте друг друга. Ох, ничего себе, молодец, молодец, Юрец, молодец. Давай! Давай! У Озона нет шансов. Посмотрите, какой апперкот справа был. Вообще, смотри. Вау, вот это удар, вот это вот удар. О, какой сверху удар просто. Это прям по боксу, по правилам. Ничего. Вот это я бы... Вот это пренебрежение, когда Юрий поворачивается спиной. Я бы не рискнул бы оказаться в этом бою после Юрия. Больно хорош против такого лоха, как Озон. Озон однозначно ничего не смыслит в бокс. Вот эта комбинация Юрия. Озон падает, как баба настоящая. Он ползает. Конченая баба. Юрке остается только трахнуть его, как мамку очередную. Понимаешь, в чем дело? Чем он и займется во втором раунде, я более чем уверен. Второй раунд. Второй раунд. Давай, Юрец. Давай, Юрец, ты красавец. Убивай. Убивай, паскуда. Вот это ничего себе. Ты посмотри, как он... Мне кажется, Озон падает просто от воздуха, Юрий. Юрий еще владеет и бесконтактным боем. Посмотрите, Алексей, как вспотело мое лицо, черт побери. Ай! Давай, Озон! Смотри, он его морально убивает. Психологическая атака. Озон лежит, Юрец его унижает. Покажи мне, что ты можешь! Покажи мне, Озон! Давай! Озон здесь проиграл.
Мне кажется, бой продолжать нет смысла, Озон должен лечь. Я еще не закончил с тобой, Озон! Раз, слышишь? Два! Я еще не закончил с тобой! Я же болел в прошлом раунде за Озона, а? Ну, понимаете, здесь... Озон, я буду болеть за Озона! Мне не нужно этого всего, я буду болеть за Озона! Озон, брат, вставай, я буду с тобой! Меня не купить, я швырну эти деньги Хованскому в лицо, ты понял? Пускай он их сожрет каждую сотню. Мне не нужны его деньги. Озон, Озон, давай, Озон, Озон. Тем не менее, Озон поедет. Озон, Озон, Озон. Третий раунд. Вставай, вставай, Озон, 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 давай, братан, 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 Озон. Ну и кидайте его из угла в угол. Да! Поднимайся! Это же не ММА, куда смотрит судья, а? Куда смотрит судья? Он собирается его насиловать, что ли? Озон, сопротивляйся, давай, Озон. Я не хочу видеть жрачего! Все, все, у Озона не шанс, умер. Озон, 6-7-1, вставай! 6-7-1! Озон! Озон, Озон, вставай! Вставай, ты должен продолжать бой! Я больше не могу, я слишком... Слишком слабый! Слишком непопулярный! Да что ты такое говоришь? Ты же первый обзорщик на Руси! Ты заливал свои видео на Mail.ru! Mail.ru... Нет! Нет, я все равно не могу, я слишком слаб. Нет, не говори, мы все пришли поддержать тебя. Вставай, смотри, здесь все Big Brain. Напрягает. Дмитрий Киселев. Ты был лучшим в пятерке худших. Игровой колхозник. Сделай это нахуй, Озон! Вася Забубенский. Что я тут вообще делаю? Этого не может быть, они мертвы! Мы не мертвы, Озон. Мы существуем в вечности, пока есть еще на свете память о нас. Пока ты жив, первый обзорщик на Руси, живы и обзорщики игр. Потом ты уйдешь к нам в вечность, на небесный капустник. Но пока ты должен вернуться и победить за всех нас. Ваня? Ваня? Ёб твою мать, Ваня, блядь! Ванечка! Ванька! Ваня! Ваня, я уебу его, блядь, я убью его нахуй! Итак, что-то происходит. Такое ощущение, что Озона дерябнули дефибриллятором. Зря ты эти очишки напялил. Они тебе еще пригодятся, когда я сделаю тебя слепым. Какую комбинацию проводит опять? Озон работает корпусом, корпусом. Бьет правой, левой. Ты посмотри, наносит удар в корпус. Какая работа по корпусу. В табло разбей его лицо, Озон. Давай, Озон, 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 давай, давай. Озон! Юрий повис на канатах. Да! Победа Озона! Да! Озон победил! Да, Озон победил! Что же происходит? На ринг ворвались какие-то люди. У меня ордер на арест Юрия Хованского за соучастие в организации убийства. Вы имеете право хранить молчание. Помогите мне его затащить в бобик. Давно пора посадить его за эти пирамиды. Затаскивайте его в бобик! Затаскивайте его в бобик! Позвоните! Позвоните адвокату Эрика Давидовича! Позвоните! Я работаю с Давидовичем! Я работаю с Давидовичем! Я бы его за пирамиду уже давно закрыл бы. Мне его деньги не нужны, вот эти, которые вот он на пирамидах насобирал. Они мне ни к чему. Ну, как? Его все равно посадят, так что... Мэдисон, ты следующий!